Всем привет! Сегодня у нас новенькое видео со скутером Honda Dio 28. Она была за 10 тысяч. И она немного начала барахлить, так сказать. Она перестала нормально заводиться. И мы ее решили, короче, разобрать. Сейчас мы хотим разобрать, короче, его до поршневой. И потом... И посмотреть вообще. Короче, сняли здесь тут пластик, сейчас снимем глушитель, вот здесь вот все вот такое вот в таком состоянии, тут почему-то все немного засрано, и вот свеча, короче, тоже немного какая-то, не знаю, ну мы ее так сейчас почистим, вот, сейчас будем лезть в поршневую и посмотрим, что там. Кстати, давайте на этом видео опять же наберем 150 лайков, чтобы вышло новое видео, я надеюсь, что вы это сделаете, потому что вам не сложно набирать вот эти вот 150 лайков. Но я вот стараюсь для вас снимать контент, чтобы вы подписывались и ставили лайки. Скоро у нас 3000 подписчиков. Ну, как скоро? Через, я думаю, через неделю-две будет. И все нормально. Вот это поворот! Че ищем? Так, все, короче, сняли мы эту голову. Тут все зашибись. Тут вроде бы тоже. Линдер. Это вроде бы все оригинально. Вроде задиров нет. Но только вот есть зазор между поршнем и цилиндром. Возможно, придется поршень просто поменять. Но так вроде бы все хорошо. Сейчас мы попробуем закрутить все и пробовать так завести. Вот купили поршень, повезло, что в магазине был, сейчас пойдем попробуем поставить. Так, короче, установлен новый поршень, вот и так он, короче, поставлен, тут где-то старый, вот он старый, вот так он выглядит, короче, немного тут нагара, в принципе, состояние более-менее нормальное, но мы хотим поменять, чтобы проверить, надеемся, что заработает. Все, сейчас быстренько ставим все и попробуем запустить.
2, 3. Все, короче, он мы заработал. Мы сделали, короче, купили мы... Да, поршень, короче, поставили, все заработало. Все сделали, да, ну мы, конечно, до слайка сходили, чтобы да, взять там... кусачки, потому что... Ну все, короче, скутер работает, дело было, скорее всего, в поршне. Ну еще сначала он тоже не заводился. Может, я, свечка отошла. Я немного потрогал вот этот провод, короче, присоединил, и все, и теперь он нормально вроде. Обращайтесь. Ну-ка, еще раз попробуем. Вообще легко короче, заводится. Сейчас мы его будем собирать. Да. И потом уже, когда мы... Все, сейчас мы сюда собираем. И поедем немного прокатимся. Так, ну что, давайте сейчас покажу вам третий пуск после установки поршня. Проворачиваем ключик, короче. Упс. Не понял. Вот это я его не понял. Из-за чего это так? Так, вроде свеча, окей. Тут вот просто... Я тогда что-то провод пошатал. Вроде бы стало хорошо. Может, где-то просто отходит. Не понял. Ой. Я, походу, зажигание не включил, но бывает. Он не хочет держать обороты. Решаем с карбюратором еще надо настроить. Так, ну короче, он иногда все-таки пытается работать, и потом как будто где-то вот что-то ему мешает. Завтра, короче, попробуем свечку поменять, потому что, возможно, это из-за нее. Но переходим к завтрашнему дню. Так, короче, куплена была новая свечка. За сколько? 300 с чем-то рублей, короче, ник. Вот, ее, короче, поставили. И сейчас будем проверять, как с новой свечкой. Все, короче. Так. Ну, пробуй. Так, ну короче, мы собрали уже скутер. Так, ну вроде он завелся, короче, работает нормально. В итоге мы поменяли свечку и поршень. Вот. Но он работает. Он работает. Да, он работает. И немного его, кстати, да, помыли. Ну так, короче, скутер за 10 тысяч едет еще. Каточка, короче, сильно ехать не буду.
будем на этом заканчивать этот видос. Вроде бы мы смогли починить эту Дио, которая была куплена за 10 тысяч. И теперь она вроде бы едет. В итоге мы поменяли свечу и поршень полностью с кольцами там и вот это вот все. И вроде бы теперь едет нормально. Поэтому Дио за 10 тысяч валит. Так, сейчас еще покажу вам ее.